Привет, народ! Всем привет! Ну что, летние погожие деньки, трава высокая, высоченная, я бы сказал. И мы решили поехать покопать, тут недалеко, по району, на бывших переправах старинных, ну, на бродах. Покопаем в воде с металликами. Ну, а что из этого получится, смотрите. Погнали! Поехали! А, я же вам забыл рассказать. Сегодня мы едем на Поларисе. Старый добрый наш друг. Да. Я на нем накатал годика 3, наверное, 4. А, будучи еще в клубе АТВ «Дмитровские болота», был в самых его истоках создания. Вот такой у меня был квадрик. Здесь все любили. Вернее, сначала все ржали, как я ехал на нем. А потом все радовались, что у меня здесь есть компрессор, ключи, запасная канистра масла, прочее. Ну, все мне любили подкидывать грузы. Обратно мы ехали, мне все мусор скидывали в мешках сюда. Я, короче, туда был техничка, обратно мусоровозка. В общем, вот такой Поларик у меня. Это Polaris Ranger 800-очка. Старенький, но ездит еще. Была у меня пневмоподвеска здесь, я ее снял. Дорогучая зараза. Вот. Кому надо пневмоподвеску, пишите, у кого есть такие УТВшки. Пишите, договоримся, недорого. Лебедка была, тоже снял. Ну, потому что не знаю, то ли его продавать, то ли что с ним сделать, то ли вообще разыграть хочу на канале. Может быть, позже и разыграем. Пока еще не решили, что делать и каким образом. Вот такой у нас загруз здесь, металлики, там сапоги, если по земле походить захотим. А, финтрейлы, выдера, которые уже себя показали прекрасно. Скубы. О, термос. Держи-ка, Мишка, термос. Я-то сейчас пойду на этот, на родник здесь. Родник есть внизу. Мы заехали на родник. И дальше поедем уже. За добычей воды. Ну вот, у меня целый арсенал термокружек, термосов. Пойду сейчас наберу воды. Такой у нас есть родничок. Здесь многие местные набирают воду. Ну вот, далеко ли близко, я дошел до воды. И сейчас ее наберу. Вода здесь вкусная, хорошая. Главное, холодная. На улице-то жарковатенько. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грил». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду GERASIMSHARP. Ссылка в описании. Ну вот, ребят, набрал я воду. Иду обратно. Там еще люди подошли. Тоже за водой. Давайте здесь пойду. Здесь покороче, хоть и покруче. Ой-ой-ой. Вчера на велике километров 20 по этим горкам дал. Фу. Сегодня ноги моментом забиваются. Велики — это здорово, но жена попросила, говорит, давай сегодня не поедем. Говорю, ладно, тогда мы поедем копать. И мы с Мишаней собрались. Собрали манатки. И поперли. И поехали с ним копать. Фу, поехали. Дедушки, бабушки. Давайте мы сейчас
проедем, пропустим машины. Вот так, ребята, и продираемся. Ни шатко, ни валко, ни быстро, ни медленно. Но неотвратимо. Да, для нас это уже приключение. Потому что на шатко мы здесь просто катим. Да. А тут на этом уже. Ух, давно разучились, короче. У нас просто лебедка снята с квадрика, поэтому мы в грязь не полезем. О, вот речка. Вон народ лазит. А там народ, да? Так, крапива. Ну-ка. Это на нашем месте стоит. Не-не-не, это не наше. Нам до нашего места еще нормально ехать. Крапивой как-то башку. А, уйди. Опа. Стоять. Чуть в речку не кувырнулись. Ребят, в речку не уехали. Сейчас мы пониженные раз-раз и выедем. Ага. Давай. Крапивку тебя завести. Давай. Разомкни крапивку. У меня, ребят, ну этим квадриком я уже не занимаюсь, фиг знает сколько, и видать тормозной цилиндр главный не хочет работать как положено, то появляется давление, то пропадает. Я рулю так, чтобы меня не жегало. А Мишку жегает. Все, я понял. Я в следующий раз с собой тоже руль возьму. А. Очень даже, мне кажется, да?
боись. Я не боюсь. Хорошо тут. Качественно. Да я-то не боюсь. А я? Я пока не выдарах еще. Заберу тебя. Слушай, Васильевич, а что, я предлагаю прямо здесь сейчас достать и начать уже ходить. Все, ребят, ну, учитывая такие броды, здесь, я думаю, никого не будет, а рядом, вот. Кроме квадроциклистов. А квадроциклисты, наверное, в будни не катаются, поэтому будем купать. Сорями. Купать. Так, превращаемся из сухопутных в морских. Водопутных не превращаемся. Это надежда ночника. Спину там не погрызут. Да, ну ты не прогрызть не должны. Финик не прогрызут, а спину-то прогрызут. Не, серьезно. 95-96. На, разбирай, где какая. Где чей? Так, туфля. Что-то у меня уже звенит. Вот, в кубе. Монета. Ну, да. Да ну нафиг. Да. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Ну что, ребят, не успел я вот засунуть и уже поймал монету, не знаю какую, правда. 20 копеек. Крутяк. 81-й год, ребят. Первый же вот только шаг сделал один. Слушай, а под водой металлик, знаешь, такой медленный. Ну да, я же что-то и говорю. Ну вот, практика показывает, что мешок для находок надо перевесить на эту сторону. Оп. Угу, есть. Монета. Да, ладно. Да?
2 цента, 2 евроцента, Мишка. Два еврика, ребят. 2 евроцента, реально, вот. Так. Герасим Васильевича повезло. Герасим Васильевича повезло найти в старой русской реке молодую европейскую монету. Что же нас ожидает? Ой, ребят, 2 евроцента. 2005 год. Эка, куда ее занесло-то? Ну чё, мы уже не без находок. Да не говори. Ага, есть в скубе. Есть монета. Не знаю, Мишка. Советы. 10 копеек, 51 год, ребят. Это говорит о том, что мы на верном месте. Царей пока не видно, правда? Ну, хочу вам, ребят, одно сказать, что мы вот так вот по пояс только этот год. На следующий год мы уже присмотрели себе систему подводную. И будем уже заныривать. По-человечачьи. Под воду на 10 метров уходить. Ага, в скубе. О, монетос. Да. Ребят, 20 копеек 61. Найди сигнал какой-то, я сейчас на тот самый тебя сюда потом. На, он позвони в моей воде. На, он на берег тебя кину. Смотри. Смотри куда. Видел? Вон он лежит. Вот экспериментируй. Проволока, блин. Люминька. Люминька, зараза. Угу. В скубе. Железяка какая-то в скубе. А ну вон она. Пружиметр. Люминка, да? Да. Пружинка, целое пружинище. Ну нет. Вон они у меня. Гнездо, 4 штуки уже. Когда мы еще на одном пятачке сколько находили? О, у меня в пучинах появился сигнал. Он говорит мне пу-пу-пу-пу, пу-пу. Так, сейчас мы посмотрим, что это такое. Что?
Нечто в скобе. Да. Так, и кто ты? Неужели ты вот эта железка? Так, ну-ка. Ну-ка. Да, фольга. Ну вот, ребят, еще один советик. Не вижу, какой сейчас батарейка сядет на камере, надо идти перезаряжать. 72-й год, 2 копейки. Сохран вот такой вот, надо чистить. Но... Ну что, ребят, вот пока мои находки, 5 монет. Ну все, советы и 2 евроцента 2005 года. Короче, старая самая советина, 61-й, 81-й, сейчас скажу. 10 копеек, 51-го года. 51-го года пока самая старая монета. 1951-я советина. Ну, ничего. Ну, главное, поняли немножечко одно, что даже в таких местах под носом что-то да в воде осталось. Надо искать, мы в правильном направлении идем. У меня какая-то тут жуть торпедная какая-то тут у меня. Какая-то жуть, говорю, торпедная у меня здесь лежит. Я вам по самые помидорки забрался сюда. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» «Экстримы Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду Герасим Шерп. Подробный обзор вездеходов в описании. Это что? Да нет. Странно. Опять невод пришел. Лишь с речными камнями. Ну что ты там? Монета. Монета, ребят. 52-й год. Советик, ну, какая. Даже не вижу, какой надо чистить. Так, народ, короче, нашел какой-то здесь чудо-сигнал. Копал. Блин. Смотри, что выкопал. Ложку! Плыви себе, ложка. Эх. Уж казалось бы, что ей тут? А ведь есть, лежит. Ребят, Мишка удрал аж вон туда куда-то. Так, решил я покинуть дальние дали и прийти на рыбные места. Здесь уже рыбы нету. Ну, монеты остались же. А Деус мне говорит обратное. Говорит, копни здесь, Михаил Юрьевич. А монете-то, да, что? Видишь как? Раз. Да. В скубе. Да, монетка. Да. Причем хорошая монета, 20 евроцентов. Я валюту нашел. 20 евроцентов, да, вот. Какого-то иностранца здесь купил. Накладывай. Да, походу. На память оставил, чтобы вернуться, да? Ну. Молодец. Ну, видишь. Все, можно теперь в Евросоюз. Я с деньгами.
Ну вот, ребят, монетка. Опять советина. Опять советина. 2 копейки, 70-й год. Но тем не менее, они здесь есть. Это говорит о чем? О том, что под водой еще не все выбито. Оу. Неужто? Да, вот она, монетка, ребят. Рылся я за ней, рылся. И мои старания были вознаграждены. 10 копеек 61 года. Михаил Юрьевич, как ваши успехи? Я цвет медь накопал. Видите, Мишка, Мишке забродов не хватает. Мишке надо акваланг. А я вот здесь хожу и две монеты на одном метре нашел. Итого у меня уже 8 монет, Миш. Потому что, говорю, носишься. А вот еще одна монета у меня. Ха-ха. Да. 10 копеек. Ну, ходячка, правда. Но тем не менее. О, монета. Молодец. Что за монетка? Рубль, ходячка, еще один. Я только что, ребята, еще. Перед собой бросаешь. Не-не-не-не-не-не. Я его в карман положил. Здесь просто такое ощущение, тут кто-то жменю монет кинул. Монета. Так, 3 копейки, советы. Сейчас скажу, подожди. Так, 70-й год. Тоже ее выкопает. Это уже принцип. Да. Достать эту гадину. Ищи. Вот это набрал, так набрал. Вот он, Мишкин клад. Вот он, Мишкин клад. Клад, клад, клад.
Извини-ка здесь. Ребят, что хотим сказать? Выдера супер, да, Миша? Да, выдера. Да, но единственная проблема, это вот Мишка ходил в ботинках, а я ходил вот, в кроксах. Вроде и нормально, когда у тебя одна обувка и для того, и для того, и для бот места не надо тратить. Но упора нет, нога скользит. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор – якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Я бы все-таки рекомендовал одевать боты, тем более, если это грязь. А мы тут по-чистому ходили. Ну и все равно попадают камушки, песчинки и начинают протирать неопреновый носок. В этом еще вся проблема. Сейчас мы, не снимая выдеров, поедем. Холодно, что там же стало. Однако, исключительно, исключительно. Хорошо. Мишаня от крапивки прячется. Мишку узнают. Аларм, аларм. Все, ребятки, едем домой, теперь обратно вот на этот спуск надо забраться. Теперь для нас подъем. Сейчас попробуем, что из этого получится. Главное не заглохнуть. Ну что ж, ребят, за этот короткий микрокоп такой учебный мы поняли, в принципе, две вещи. Первое, это то, что мы движемся в правильном направлении, надо идти на воду, потому что, ну, вы вот сами видели, мы раз под носом у себя тут пришли и что-то накопали. Это мы брод такой, да, вот первый попавшийся выбрали, а найдем нормальный брод. Фу, будет, елки-палки. В воде еще народу не было. Столько, сколько на земле. Так, значит, двигаемся дальше. Пока вот по пояс, на следующий год мы уже под воду уйдем. Совсем. Не видно нас будет. Будет вообще не видно. Вот. Значит, это первое. Второе, в принципе, наш Polaris годится для вот таких вот маленьких выездов однодневных.
где-то близко по местности, вот в радиусе там 20 километров от дома. Почему? Ну, во-первых, это быстро, можно по дорогам общего пользования без ущерба для колес мотаться там. И у него нет этого вот вау-эффекта, которого на шерпе нас видят и все, нас запомнили на всю жизнь. То есть я видел этот громозепу с такими колесами, а эти шмыгают, катаются, ничего страшного. Еще мы забыли снять этот самый... Аккумулятор? Аккумулятор. Наш новый замечательный аккумулятор. Полярис не хочет нам его отдавать. О. Выглядит он у нас вот так вот. Мы временно сделали кремы Андерсон. Вот так снимаются они. Замечательный чемодан. Да, и вот такой вот чемоданчик. Герметичный. От компании Vista Battery. Все, 80 ампер-часов, ребят. 89 килограмм веса. На двух пальцах он. Оп. Сняли и взяли его с собой. Сняли, взяли с собой, да. И теперь мы его поставим либо на вездеход, либо в катер, да куда угодно. Вот взяли двадцаточку маленькую, на снегоход поставили, там, на трактор. То есть у него просто вот переходящее знамя полка, или в машину его поставили. У него габаритный все, размер пользуемся. Меньше, чем у стандартного аккумулятора. Да, меньше, чем у 60-ки свинцовой. Весит он 9 кило всего. Вот такая красотулька. А характеристики с ума сойдешь. Характеристики у него 1200 ампер пусковые, в максимуме до 5000 ампер. В максимуме у 80-ки у этой. Это вообще что-то, дурнина какая-то. И заряжается он, вот сколько у вас будет в машине генератор давать, столько он будет в себя брать. То есть дает у вас 80 ампер генератор, он где-то вот за час зарядится, правильно, Бартух? Где-то за час зарядится полностью. Вот так вот, все. А мы разбегаемся, надо отдыхать идти. Всем пока. Всем а еще я сейчас песо свои почитаю. Песо посчитаешь, да. А я свои. У нас в этот раз валюта. Да, валюта. Сейчас сдавать пойдем. 22. 22. У меня 2, а у Мишки 20. Мишки фартануло. Да фартажопы, что. Несмотря ни на что. Погнали. Полярик молодец. Вейдерсы супер. Финтрейловские вейдерсы, кстати, кому надо будет, 10% скидочка по промокоду Герасим Шерп. Ссылочка есть в описании. Аккумуляторы тоже, ребят, кому надо будет. Ссылочка в описании, скидочка по промокоду Герасим Шерп. Мы плохого не советуем. 3 года уже используем этот аккумулятор на вездеходах. В этом году на катерах стали использовать. Ну и вот видите, раз поставили сюда. Да универсальный, хоть туда, хоть сюда. Везде Андерсонов понаделали, разъемов этих. Везде одинаковые, быстро съемы, не надо ничего крутить. Шлеп-шлеп. Где взять разъем Андерсона, я тоже вам дам ссылочку. Все, счастливо. До новых встреч. Всем пока.